Тем временем в Минске сегодня впервые пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. В масштабном мероприятии примут участие госдеятели и политики со всей Европы. Это более 70 высокопоставленных гостей. На заседаниях, в частности, будут присутствовать генсек ОБСЕ Томас Гремингер, а также еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хам. В повестке вопросы экономики, гонка вооружений, локальные конфликты в странах постсоветского пространства. Словом, все, что влияет на мировую архитектуру безопасности. Минск, который стал одной вот из дипломатических столиц по разрешению конфликта, в частности украинского конфликта, сегодня является чуть ли не последней площадкой в Восточной Европе, где спокойно могут собираться и более-менее комфортно себя чувствовать, безопасно себя чувствовать представители всех противоборствующих, конфликтующих или не соглашающихся сторон. Раньше в таком формате вопросы безопасности обсуждали в крупных геополитических центрах, например, в Вашингтоне или Пекине. Но в этом году организаторы форума выбрали именно Минск за вклад, который Беларусь вносит в укрепление стабильности и безопасности в регионе. Участники ожидают качественную предметную дискуссию.